близко, две друг около друга, они почти роли не играют. Надо, чтобы между ними было пространство. Еще тогда идти. Вот так вот загнать. Это еще не меняй, давай. Теперь давайте гоните ее. Натягивайте. Так, подожди. Прижми, Никит. А серьезно сейчас звонит. Как вы там? Серьезно. Слава Богу, говорите, так и так проблема. Ну никто, может, разрешиться, говорит. Бог вам помощь. Что там? Все у вас там, все живы. Да слава Богу. Ну вот. Чините, а потом то второй этап это без обкатки. Чини. Никита. Вот это. Ну все, все, уже не надо. Проволоку не тянуть надо. А ты, Игорь, держи, не давай ступину. Руки берегите тогда. Снова нажимай, да, держи. Пошел дальше. Подожди, Никита, выпустите. Никита, я застукиваю какие-то столб. Дай вот эту проволоку. Все, теперь надо ее проводить. Сережа. Сережа. Заводи. Да. Конец, заводи. Туда, с той стороны. Давай. Ты Игорь, не отпускай, не давай ступину. Ну, подожди, Игорь, голову-то не примите. Голову к старости пристал был. А что, такая как тоже была когда-то. На, с той стороны. Помоги. Сережа, забирай. Давай скрутку всю вниз сбивай. Бери, прощайся по всей скрутке, а там это на бедрик это, а нет, ну один, мы сейчас не сняли, один туда тянет, другой сюда. Окей, вы что мне задушить? А вы вот такой же тебя. Там Никифора, прям в алтаре чеки задушили. Батюшка. Амафором задавили. Ну вот это там специально, а это просто не это. От страха. Молодые, там, быстрее надо, не? Тяну, что? Я вчера, что они детишки-то приезжали, они на мотоцикле. Я смотрел, какие лица у них, не городские. Такие, которые смотрят. Ну, конечно, городские, наши ребятишки отвечают. Приехали эти соседи-то, рядом эти. Сбивайте пущи, плотнее, чтобы были, плотнее. А некоторые ребятишки бегают, орут, что-то сюда прямо отсюда. Какие? Где? Ну вот были эти, Петеримовы приезжали. А-а-а. Ну, прям такие-то. Наши спины играют спокойно, легкие на репетиции. Да. Спокойно, они не видать. А это... Так, натягивай. Так, ребята, я поеду, наверное, за саперными ножницами. Надо обрезать очень точно. Протягивай еще раз. Стой, давай. А вы, может быть, это? А может, за эту арматуру замотать вот, просто? Вот я и хотел сказать. Ты как с мыслью просчитал? Ну, я сказал, вокруг обверните. Не хватит. Не хватит? Не хватит. Нормально, тащи. Тащи, я крючок сейчас забить и все. Вот вокруг оборачивай. Крючком так не затянет, это бы сильнее затянуло. Давай. Подтяни маленько. Сюда, подтяни. Где она будет? Надо посмотреть. Подожди. Трубку давай. Держи, Игорь. Это, Никита. Трубку заворачивай здесь вот. Вот и у тебя рука подальше. А, кончик. Маленько выпрями сначала вот это. Кончик. Привязную выпрями сначала. Как ее не выпрямить? Ну вот так. Ой, а теперь туда гони буквой Г. Подальше. Еще. Пошел. Хорош. Вот так. Ого, маленько побольше. Пошел. О, ты вот что ее побольше загни. Ее можно даже чуть повыше будет взять. Или пониже. Хорош. Теперь пониже делай, вот сюда вот. Во, подворачивай ее. Вот теперь забивай, нормально получилось. Но я ножницы привезу. Плохо было даже вот так пропустить. Выверни ее как.
Она у тебя совсем боком. Тогда вниз ее, что ли? Маленько ее выправим. Вот так, давай. Хорошо. Есть плоскогубцы, я сниму. Никита, поддерживай эту, вот эту, которая, вот. Эх, не идет. Володя, не идет. Тебе надо привезти этот шуруповерт. Давайте здесь, давайте за... Нет, она не хватит, она не хватит. За арматуру хотя бы вот тот. Один виток. Нет, ослабить. Нет, забивать надо. Здесь. Ты забивай. Пассатижи тогда есть? Есть. Большой есть. Гвоздь есть. Вот это вот надо. Пассатижи выправи. Его надо маленько заострять. Володя делает так, маленечко дырочку чуть-чуть проворачивает, и тогда туда его пошел. Володя, а где у тебя это? Шуруповерт-то? Дома где он? А, ну, вот он, шуруповерт есть, гвоздь надо какой-то. О! Так надо сверло. Сверло-то хоть одно есть? Да гвоздь есть. Это здорово. Возьми. Так, Игорь, подожди маленько, не перебивай. Покажи, куда ему надо. Просверли дырку. Покажи дырку там, где. Ну а что ты гвоздем сделаешь? Он чуть-чуть только войдет и все. А такой очень маленький у тебя. Маленький, побольше надо. Давай. Не пожалеем. Да, да. Не-не-не, сейчас. Вот сюда. Под натяжку. Вот так. Хорош. Все, забивай. Вот так пойдет. Гвозди сверло, занялся сверло. Сверло, где-то. Значит, архиерея может приехать. Барнаул. Батюшка сейчас, говорит, звонил ему. Все, справился и нормально. Владыка митрополит Сергий может приехать. Смотри, кончик загнутый все. Не идет. Не идет. Ну это маленький у тебя. Ой, надо побольше. Ну это же гвоздь. Он ничего не делает. Давайте зацепим здесь. Че? Она только грудь. Нет. Она стегнули мы ее. Давай. Давай здесь где-то зацепляем ее. Программа рассчитает длину проволоки от радиуса. Сюда вот так вот оборачивай и вот так вот промотай. Все, да, да. Оборачивай кругом. Ну напрасно вы это делаете. Заворачивай и все, больше ничего не надо. Вот начинает. Она... Витки спадают. Все, давай вот сюда. Если дед придет, и будет одеяние обнажаться. Вот. Ты оттуда и на кране вот эту бери, вот вокруг этой делайте, вот, обворачивай, тебе удобнее здесь. Заворачивай. Понятен смысл. Сейчас все столбы сначала прикрутить по одной скрепке, а потом давить. Молоток он. Щипцы. Что? Все, заворачиваю. Какие условия? О, пошло. Стол уже наворачивает. Проволока хорошая. Так, я думаю, больше не надо. Больше не надо. Он не пойдет. Больше не надо.
все, все. Все остальные также сделать и тогда двигать. И она вот это вот, а как шарнир, она на нем повернется, но спускаться не даст. Ну все, давайте дальше. Все. Ну что, принести ножницы-то? Ну, давайте. Саперные ножницы. Ну подготовьте, надо, пока я поехал. Ломается легко. Не надо. Опускай, вот проволоку будем остригать для кассета. Опускай, привезет. Ножок и подберите, ножок про металла есть. И потом, что он хочет, чтобы кончики хорошо забивались. Опускай, привезет, чего? Отлично. Давай, вот это будет острый. Ножок, кстати, можно и косо отпилить. Пускай он съездит, что тебе? Это тройка. Убери его, а это вот четверка. Посмотри, радость. Да, вон у нас. Вот все. Игорь, давай вот это. Никит, вот это вот сворачивай. Она и тройка тут пойдет, тут никакой тяжести-то нет. Да. Фу, все. Делай. Делаю. Тройку мы сделаем на те, на следующие. А сюда четверку надо. Несущий стол. Подмели за 20 лет. Солнышки. Горохом раздавило его стенки. Вот так вот ласточки еще летают. Давай на две. На две, да? Ну, вот как раз посредине делать. Давай! Давай! Раз, все. Никита, где середина? Середина, рассчитывай. Ну, по столба находи, по столба, удачи, иди, посредине, лето. Не, посредине. Еще. Заменяй, я тут, подожди. Что ты делаешь? Он выпрямляет. Я думал, уже нет. Нет, вообще, просто руки. Ну, ты прям подрезал нормально. Иди, иди, иди. Все, давай, где? Вот он. Ну все, слава Христу. Ну все, я здесь, мама. Или на что бы ее ударить? Это вот, молоток об молоток, и все, и железо об железо. Молоток, два молотка, и все. Или там монтажка, которую я крутил, Сергей, давай ее. Молоток второй, ёшки. Надо острый угол, чтобы был, она легче переломается. Ласточки резвятся. Мне кажется, это не посредине, там очень больше. Смотри, у него сколько и у него. А, он подошел. Где он подошел? Подошел. Ты ж подтягивал. Ласточки радуются. Тяни, тяни! Еще тяни! Батюшка косит, вон дерево подметает. Очищает место от горох. 17 августа, вот под проблемой у Игоря, борода шатает. Он там сидит. Ой! Еще! Все, хватит. Ну, он отодвинулся. Я не знаю! Еще 3 сантиметра. Еще сантиметра? 3. А мне он вот эту сейчас доломает. Надо вот эту сперва двинуть. На те две. Там пусть надо добавить. Стой так! Вот он, вот. Переезжай на следующий. На следующий переезжает сюда. Видишь, отодвинулось сразу. Почему он отодвигает?
Да это нормально. Даже, да это нормально. Слышь, Никит, он когда отъезжает, стол тоже почему-то это. Похоже, дело на какой-то замотяжание. Давай, наверное, так и сделаем. Ну стоп-то и будет отъезжать, там же нижние скрутки-то. А? Давай это сначала сделаем. Забивай эту ямку. Вот камнями сразу. Пускай держит. Пусть держит. Как-то Игорь Александрович работает. Чё это с видеокамерой, а? Мутно все снимают постоянно. А прямо сдвигай, да и всё там. Совковый надо было. Еще остатки тяну. Забивает. Сильнее заталкивает, знаешь, железку, которую давал Игорь. Внесли ее. Какую железку? Железная там пушка, маленькая. Нет, ничего не дает. Все, наверное, да? Сейчас уже. Надо еще туда. Внизу заталкивать. Ребята, вот толкушка же была, даже здесь рядом не могли взять. Она этой толкется нормально. На, там за этой особенно. Держи. Со всей силой бей. Руку не поведи. Она возьмем там каким-то.
когда отъезжает, столб тоже отъезжает. Может его сейчас примотать. Столб отъезжает, да? Да. Сначала примотать надо. Он сейчас его держит. Сейчас надо сказать ему. Скажи ему, что надо сначала примотать вторую кому-то. Пусть заглушит трактор, так держит, не отходит. Надо еще сразу примотать эту проволоку, потом пока тебе, потому что надо будет снова поехать и обратно. Пускай идет сюда сам, а трактор не трогает. Пускай глушит трактор. Долби. Ну или попробуй, пусть отъедет. Не надо пробовать. Пусть пробует. Ну-ка. Ну пусть тронет чуть-чуть назад. Вперед. Вперед, вперед. Вперед, маленько, тронь. Он уже ушел. Или нет? Попробуй чуть-чуть! Все нормально. Нормально! Так, а тут вот он сюда давнул его брови. Ну нормально, все. Да ну, на. Нормально. Да, ну, скорее. Скажи, туда не надо, Анатолий, пусть на следующий едет. На первый не надо. На там пойдет. Пойдет. Ну все. Давай скорее, задавливай. Покажите, где следующий этот столб стоит. Покажи. Ага, понятно. Во-во! Я, главное, сейчас хотел только доделать, но нет, это второй. Да, тут... Я спилил. А одной их хватит. Делаем. Скажи, он тебя сейчас земли накидает. Можно отсюда и начать сейчас.
Все деревянные. Возьми. Так как советская власть и налоги прятали. Я не знал, это как дядя, он садится где? А пил, он так покрутился. Там она с той стороны еще крупно. Не, там с той стороны надо, братуша. Все, да. Сохрани, все.